перестрелок никаких этих не получится. Я просто хочу нормально с ним пообщаться. Расскажи про себя. Пойдем. Это типа квартира? Твоя новая. Офигеть, вот это корабль. Ты мне так скажи, ты вот реально подсел на эту тему алкогольную или что? Ты же знаешь батю. Помнишь его? Посмотри, в кого твой батя превратился. Они ничего не сделали, просто остановился крузак и все, да? Все, ладно, тогда забьем. Да, не приехали, так не приехали, погнали. Это что было? У тебя похуй, взрыв. Ой, Слав, Слав! Братан, все, решил я помириться. Нафиг все вот эти сомнения, да, с этими, блин. Сука! Блять, тот самый крузак застрелил, значит, это все-таки их машина. И он сейчас стоит возле салона. Тьфу, блин. Ну, вот он забудлоносился, но он чисто за команду, за меня, за брата. Ему респект, Подушевский. Такие люди нужны команде, понимаешь? Короче, братуха, возвращайся, тут, ну, реально, нет тебе маза оставаться. Двух сотрудников завалил. Доказали одного. У них вооруженный налет был на компьютерный салон. Всех его подельников положили, а этот выжил на больничке. Четверку уже оттянул. Сейчас на пятом отряде. Сидит тихо, у мужиков пользуется авторитетом. В блатные дела не лезет. Ты не захочешь рожу мою видеть? Бери деньги на жизнь. Я не знаю, когда я поступил в эту ситуацию. Я кажусь от твоей жизни. Становится точкой. Сручки не стежок с растяжком. Живу твое тело с душой и огоньком. Здесь ты решил начальник. Мои свободы. Друзья, сейчас вы наблюдали для большинства знакомые кадры с известного криминального фильма «Бумер. Часть 2». Разработчики Hustle Online делают все, чтобы вам максимально было приятно играть на серверах. А вы, в свою очередь, устраивали разные передяги с братвой и круто проводили вместе время. Год чалился. Да. Мы, кстати, с пацанами хотим организовать сходку на 12-м сервере именно по бумеру. Вот чисто, чтобы пацаны приезжали на семерках, пятерках, X5-ых и так далее. Кстати, у меня-то есть красная семерка, мне пацаны на 12-м дарили. Но сейчас я хочу купить себе X5-ый. Поэтому, друзья, если... Ворот случайно открыл. Поэтому, друзья, если вы до сих пор не в нашей большой команде под названием Радмир Геймс, то я вас приглашаю спуститься скорее же по ссылке в описании, скачать Радмир Лаунчер, установив себе его на компьютер, зайдя на 12-й сервер. Также я еще играю на 4-м, вбив мой ник при регистрации Паша Пэл на 12-м и Паша Пэлс на 4-м. Ну и также про промокод не забывайте. Увидимся, ребята, как обычно, на Радмире. Пообщаемся, погоняем, фафау. Ну, в общем, как обычно, друзья. Этот ролик, кстати, тоже интересный. Там много кадров с X5. Спасибо вам большое. Смотрим. Веков людей не людей. Охуенный большой, полный костей. Это город Москва, грязный, встречает гостей. Ну чё, куда идти-то? Левее бери. Прямо теперь. Не-не-не, прямо. Левее еще, да. Все, и вот так вот держи курс вперед. Да нет, на каком же велосипеде? Увидел теперь? Здорово! Видишь, нашел же. Здорово. Бросай сумку назад. Залетай. Прибарахлился? X5M? Возвращение к истоку. Какой X5M? Ты чё? Не, просто дизель. Нормальная, комфортная машина, дизелёчек. Чё, как прилетел? Слушай, да вообще шикарно. Как там погода? В Грузии. Грузинская погода. Да я же потом попутешествовал, я же... Ну ты в Турции был? В Турции, да, я же в Турцию съездил. Ты сейчас в Турции, получается? Да. Но там потеплее, конечно, чем у вас здесь. Угу. Базара нет. Но здесь круто. Воздух свой, этот, наш. Так это сколько уже не было, получается?
Слушай, наверное, месяца, наверное, 3, может, 3 с копейкой, может, даже побольше. Ты сам-то что, не придумал что-нибудь новенького? Нет, все так же, по-старому. В родном моем городе я уже давно не появляюсь. Там орудует спецотряд, меня выискивает, Антоху прессанули. Ну, впрочем, все то же самое, что я тебе уже и рассказывал. Олега проводил, вот уже прилетел, забрал оранжевый крузак, мне скинул видео. Должен, кстати, сейчас уже приближаться к Москве. И машину должны вот-вот уже транспортировать сюда, на Калининград. Единственное, что М-ка, конечно, задержалась, но это мелочи. На личном фронте, да тоже так себе, вот настроение сейчас ты мне немножко приподнял, а так вот так себе, конечно, все это дело. У тебя чего самого тоже новенького? Как твои вот эти... У меня работа кипит, братан. Я и смотрю, ты немножко биополе свое поменял. Раньше, если ты такой парень был блатных интересов сначала, да, там, вот эти движения с Аликом и так далее. Ну, сейчас понятно, Алик там, царство ему небесное, я не знаю, что там с ним, конечно, произошло. Но, тем не менее, потом простые нарисовался, избушку там начал ремонтировать и так далее. Ну, уже, кайф, ничего себе. Кстати, на нее тоже можно съездить, посмотреть, что там и как. Да, кстати. Вот на ней я не был еще. Я бы сгонял вообще, шикарно просто. Не, это вообще круто. У меня все там же, я в Криптеусе, я тусуюсь. Я у тебя что спросил, говорю, у тебя как дела, там все... Ну, ты по видео, я так понимаю, ну, дальше, да, по всем этим... Да, я, конечно, по своей у себя в деревне, что, вышел, включил камеру, куча, знаешь, отснятого материала, куча там лирики, куча спокойного, куча... Ну, сейчас на самом деле нет такого экшена, да, как раньше было, потому что я на него там специально нарывался. Ну, более-менее, скажем так, все равно комфортно себя ощущаю, что далеко ходить не надо. Ну, это основное, да? Заработок? Да там заработок-то, так, ну, не сказать, это же сейчас все прикрыли с этой монетизацией там и прочее, с этими-то делами. У нас из старого там, скажем так, осталось. То есть я сейчас жду М-ку, пока она мне с Москвы придет. Ну и вот эти все дела с золотом, что происходили. Слушай, золото, вот, да. Блатные. Блять, у нас же законы на месте не стоят, ты же понимаешь, что эту тему скоро может прикрыться? Ну, золото, блядь. Это же... Это же нелегально. Да не-не-не, это все. Блядь, уже легализовалось. Это мы закрываем тему, потому что после этого кипиша мне оно нафиг не сдалось, оно мне не надо. Да конечно, это, блядь, ничего полное. Я тебе я тебе к чему это подвожу, чтобы этим темам. Мы же с тобой не чужие люди, я тебе хочу попробовать тебе как-то, может быть, конечно, знаю, может быть, сейчас отнекиваться начнешь, но как-то хочу тебя вдохновить, может быть, в мою тему как-то ввязаться. Вот это с криптовалютами? Ой, да. Да я вообще не шарю, я тебе отвечаю. Что ты не шаришь. Не, я тебе говорю, я тупой, как вот, я не знаю, как дундук. У меня образование там 9 классов и еле как на тройке закончил. Я все равно этого не пойму, не надо. Нет, ну, блядь, все на тройке. Я тоже троечник, там, с тройки на четверку перекатывался. Да не в этом-то суть, ты же не зависит, там, кто-то в школе был троечник или четверочник. Человек такая тварь, она ко всему привыкает и всему обучается. То есть человек... Да, мне кажется, это сложно, трандует все. Обучение вот этими. Да это что там, деньги что ли большие? В этом будущее. В этом будущее. Деньги большие? Но. Ты же угораешь, конечно, большие деньги. Ну подожди, ну ты в Грузии там что, конвертировал, ну ты вложился в квартиры там, ну вот в эту квартиру, которую ты мне показывал. Это Мустанг мне купил. Ты же не X5M ездил там в Грузии. Кстати, это все мелочь. Вот если мне не веришь, ну попозже узнаешь. Не буду сейчас на этом акцентировать. Кстати, продал, да, Мустанг? Да, продал. А квартиру? Квартира осталась. Не совсем, конечно, выгодное вложение было. Здесь у тебя в Калининграде только остался Чирок и Камрюха, да? Да, это там буду жить. Понятно. Я тебе говорю про то, что в этом же будущее, блядь. Вот как... Ну в этом будущее, братан. Ну что ты, блядь, будешь ходить опять с наличкой, блядь, как в 90-е, блядь, с пачками наличками, блядь. Уже так никто не делает. Уже криптовалюта везде, по всем мире можно расплачиваться. Карточка, она такая. Да, она раз и пропадет, твоя криптовалюта, а наличка останется. Вот в чем. Ну ты уже видишь? Нет? А теперь смотри! Видишь, Рома? Не нужны никакая, ни Грузия, ни Турция, ни все другие страны. Я собираюсь как раз таки в страну, где тоже такие примерно виды. Ты в меня Россию? Вообще завел после в Россию? Того. В Россию? Да. Все, Россия. Давай, Петюха, красава, блин. Я уже был, потеряли бойца. Пойдем прогуляемся там. Там такие красоты. Я тут был уже, кстати, с Машкой когда-то. Мы тут загорали, отдыхали. Кстати, вся история началась именно с этих мест. Подписчики, может быть, помнят. Ну да ладно. Ностальгия пошла. То есть ты меня, блядь, вообще после самолета, блядь, с этой темой завел. Тебе вот эта ностальгия не напоминает ничего? Да это пиздец. Ты же избушку тут тоже строил. Не тут конкретно, но на таких же обрывах. Только вдоль залива. А прикинь, ты вдоль моря избушку построишь. Да какая, блядь, избушка, Паша? Прошли, будешь, блядь,
Ты говоришь, что ты, блядь, необучаемый, то есть, или что, блядь, абсолютно никакой-то, блядь. Я тупой, я тупой, как жижа. Смотри, какие волны огромные. Офигеть. Ошалеть, ребята. Вот когда будет теплая погодка, приезжайте к нам в Калининград, кайфовые места. Ром, я понимаю, к чему ты хочешь подвести ситуацию. Ну, вообще, к чему ты клонишь? Я не разбираюсь в этих криптовалютах. Я не люблю вот эти все экономические цифры. Это, блядь, это будущее. То есть, ты, блядь, сейчас скажешь, там, может, в школе там хуёво учился, у тебя мозги не под это заточены. Я тоже плохо учился. То есть, да не в этом фишка. Я был троечником, а ты был четверочником, ты мне тогда говорил. Я на четверку перекатывался, не в этом до сути. Опа, а перед нами новое это самое. Вот так вот делаешь просто. Чик-чик-чик. Чик-чик, хоп, и все, давай. Вот так вот. И теперь по туннелю идем прямо. Мы сейчас будем искать янтарную комнату с тобой. Вот тут, кстати, все... Ты никогда, блядь, не повзрослеешь. Вот тут, кстати, все подгаживают. Кто-то пописает, кто-то покакает. Да по-любому. Сейчас сходили бы нормально по променаду. Пойдем, блядь, полазим. Знаешь, в чем прикол? Сюда не выйдем, походу. Ладно, давай еще чуть-чуть пройдем, может, выйдем. Пойдем. Ушел нахуй! Занесло! Вот видишь, Ром! Вот она где! Жилка-то! Ноги помнят! Ты послушай, Роман! Тебе нужно здесь оставаться! Я тебе отвечаю! Ни на какие там на пару дней здесь не надо оставаться! Нужно здесь остаться навсегда! Потому что это море настолько богато янтарем! Рыбой! Ну, рыбой мы пока не занимаемся, а янтарем, дай боже! Братан, ну, самое главное, чтобы легально было! Что за 90-е, блядь? Это вот янтарь, это движуха, блядь! Это время уже прошло, блядь! Ну, детский сад, блядь, давно! 21 век, блядь, легализовался! Ну, блин, интересно! Я тебе говорю, блядь, про... Не, если в финансовом плане, смотри, если ты найдешь вот такой кусок янтаря огромный, да ты станешь миллионером в моменте. Да найди государству, отдай, блядь, сначала проценты своих этих, блядь. А ты с криптовалютой не отдаешь? Нет. Ну ладно. Вот именно, что она пока не легализована. Да ты чего? И пока налогообложения на нее никакого нет, абсолютно легально занимаешься этим делом. Тем более в этом будущем. Подожди, стой. И даже налог не надо платить, как вот, ну, мы все платим. Да не надо налоги никакие платить, я про это не говорю. То есть у нас же как было сначала какие-то монетки были, блядь, а потом появилось вот, ну, типа, золото. У нас как, блядь, истинную ценность имеет только то, что ограничено в количестве. Золото и биткоин. Биткоин ограничен в количестве. Типа бумажек можно напечатать денег сколько угодно, а золото ты больше не достал. Да, и это естественный рост. А криптовалюта-то тут при чем? Я не могу понять. Потому что я тебе говорю... Это же не золото. Я тебе говорю, что биткоин — это монета, которая ограничена в количестве. Последний биткоин будет добыт в 2140 году. Отсюда, блядь, каждый год люди хотят все приобрести этот биткоин. А расстаться с ним нахуй никто не хочет. Отсюда естественный рост цены, я тебе про это и говорю. Поэтому на компьютерах его добывают, типа, да? Да, это майнинг называется. Вычислительные вот эти действия. Это майнинг называется. Отсюда, я тебе говорю, будет рост, это будущее. У нас, блядь, уже цифровой рубль, блядь, создается. У нас в следующем году обещают там какую-то российскую биржу, блядь, создать. Ну не просто так, братан, государство даже к этому приходит. А ты, блядь, к этому прийти не можешь. Ну это же, блядь, мне интересно, мне просто, понимаешь, я тебе еще раз вам говорю, мне это не дано. Мне интересно, вот прямо сейчас. Хочешь, прямо сейчас, иди сюда. Да давай, подержи камеру. Тормози ты куда-то, блядь. Да тормози ты, блядь. Я тебе говорю, хочешь, прямо сейчас нырну? Ну, вот блядь, в этом кайф, в этом интересно. В этом знаешь что, блядь, что ты взрослеть никогда не будешь, блядь, вот что. Интересно. Ладно, сейчас холодно, палево, так бы нырнул. Подписчики знают. Блядь, ну взрослеть будешь, блядь, подписчики знают. Ну это же детский сад, братан. Ну ты что там, живешь у себя? Я понимаю, ты в своей зоне комфорта, ты ничего не хочешь, да? Другого, то есть.
тебе комфортно. И так же, как и люди попадают, знаешь, крысиные бега. Он пошел на работу, блядь, вечером отработал, с работы пришел, блядь, в Инстаграме позависал, все, 5 дней отработал, в субботу нажрался, блядь, в воскресенье протрезвел и на работу. То же самое у тебя, по сути, происходит, только у тебя другие такие, знаешь. Я вон машину купил на последние деньги. Мне это радует. Это круто, братан. Ну не в этом-то смысл. Можно же достичь большего. Нету потолка ни в чем. Ни в чем нету потолка. И у меня, по сути, тоже, я, по сути же, вообще бомж, у меня нету, блядь, определенного места жительства, ну, у меня вот, прописки вот нет. Смотри, братан, если бы ты мне сейчас это все говорил бы, да, и если бы я понимал, что ты живешь вон там вот, понимаешь, имеешь свою личную вертолетную площадку, знаешь, которая там находится. Знаешь, сколько я могу заработать, блядь, на вот это, ну, год, нахуй, год, два, блядь, да ты, блядь. Ой. А, знаешь, что? Тебе я точно не верю. Слушай, ты такой, блядь, не верю, знаешь, что, давай, короче. Я собираюсь вот. Ребят, смотрите, вот там просто стоит дом, огромнейший особняк. Я не знаю, там кого-то из чиновников, давай, наверное. Знаешь, что? Я говорю, я собираюсь в одну Рома поездку. Говорит, за год сейчас. Я, короче, собираюсь в одну поездку. После этой поездки я тебе могу доказать, в принципе, что это так, что это реально. Я одну штуку сделал, вообще тебе ничего не рассказывал. Не буду тебе ничего рассказывать, одну штуку сделал. Но если она меня удивит, то я тогда тебе буду должен. Я не знаю, что, давай забьемся. А давай я тебя обучу этому делу, если... Да я тупой, как пробка. А я тебя, блядь, обучу. Но если ты меня удивишь. Да, если я тебя... Ну все, давай, забились. Подписчики, свидетели. Я тебе говорю, это все тема, это лажа полная. Потом как ты обосрешься, блядь, когда ты это увидишь. Бля, Ром, реально? Блядь, покажи, расскажи. Да не газуй. Да фигня это все, я тебе говорю. Да, да, да. Блять, быстрее бы это. Короче, ребят, мы потом все вместе с Надромой просто посмеемся. Не знаю, чем меня там удивит. Так, а ты куда собрался? В какой город? В Сочи поеду. В Сочи, там тоже, ну там потеплее даже, чем здесь у нас. Ну, примерно такие же виды там будут, да. На самом... А, я тебе либо по видео позвоню, либо видео скину. Давай вот так. Давай. Не, если ты меня реально удивишь, я тогда охренею. Я тогда возьму все свои слова обратно. И поехали к камере посмотрим. Можно, кстати, на избушку даже еще залететь. Во, вот это грамотный посыл. Мне такое нравится. Погнали. Там, может, движуха какая-нибудь будет интересная. И идем дальше. А мне бы солнце, свет увидеть в сердце, но там лишь туман и снег, а за окном лишь ночью слышать близких смех. И, а мне бы солнце, свет, и... А мне бы солнце, свет увидеть в сердце, но там лишь туман и снег, а за окном лишь ночью слышать близких смех. И, а мне бы солнце, свет, и... Я видел пепел сердец обесточенных, надежду в окнах судьбой заколочены. Я видел правильных среди испорченных. Я видел добрых людей среди конченых. Дорога к сердцу лишь давит на грудь. Выхода нет, как бы то ни было, было и пусть. Кем бы ты ни был, ведь это не суть. Я благодарен Богу за пройденный путь. Светлая память тому, кто миром не понят. На фоне темных времен, будто знамя солнце несет на ладони. Кстати, друзья, я особо не показывал вам, как купил этот X5. Машина оказалась в очень хорошем состоянии, и времени на обдумывание у меня не было. Еще больше мне повезло, что машина была на дроме. Я сразу пробил ее по всем отчетам и узнал полную ее историю. Сколько было владельцев, какой настоящий ее пробег и полную юридическую прозрачность. В общем, как обычно, огромное спасибо Дрому за то, что всегда выручает. Ну а мы поехали дальше. Вперед к новым историям. Огонь и вера на сердце, да пару колота. Я лез намеренно в омут, падал, но не был поломан. Благо со мной была рядом она. Прошлая пропасть, но мы пройдя через области тьмы. Там, где была только копоть, веру смогли сохранить. Останови полураспада, разбитые судьбы, благослови. Вот она тут где-то стоит. Перед этой серебристой тачкой должна стоять. Увидел? Да. Родненько. Дежурочка моя. Камрюшка. Эти улицы простые забирали пацанов. Судьбы рушили. Рома зовут. Паша. Видит Бог, я не хотел так с кулаками на правом. Говорили, потеряешь и обу. Мы не... Короче, когда проследим за фуры, проследим, что ли? Сколько? Не надо думать, да и похуй, кто о чем. Время уходило быстро, насладиться я не смог. Серый дым убил все чувства и убил. Мне
родненькую. Дежурочка моя. Вот. Камрюшка. Пацаны загнали, перегнали ее, кстати, она чистенькая. Тут за ней ухаживают еще. Да, потому что, знаешь, иногда узнают, проходят, узнаешь, ну, все-таки центр города, бывают и подписчики залетают. Рисовали поначалу на ней, прикинь. Рома там туда-сюда, ответь, ВК, ты че ВК там не отвечаешь? Да. Пока разберешься, че пойдем. И как ты тут не крути, рядом те, с кем не по пути, птица и время летит. Родненькая моя. Дай ключи. Держи. Че, заводи, да выезжай. Да, че, да, поехали. Поехали. А знаешь что, кстати, ты сейчас ее заведи. А ну-ка. Ну-ка, заводи, заводи, заводи ее. Потому что вдруг аккумулятор подсевший. Слушай, японцы делают вещи. Вон, видишь, какие быки стоят у тебя тут по соседству. Так ты что, тачку продаешь? Ну вон стоишь, видишь, кстати, комарик это когда-то светился. Уже мы когда бои организовывали, подъезжал. Пускай пока погреется, пойдем покажу, может там что интересного есть у них на парковке. Ну, кстати, Васильевич, он присматривает. Я смотрю, он машину моет твою. А что, остался бы в Калининграде, сделал бы красиво. Вон, видишь, тут сколько машин. О, М-ка, М-ка. Братуха, тебе такая тачка нужна. Чего ты? Смотри, какая красотка, я ее видал. Тут ничего интересного, на самом деле. Почему ничего интересного? Вон, пожалуйста, смотри, Toyota новая, как она называется, господи. Супра, да, новая. Ну, на любителя, ну, зато как BMW. Я тебе скажу, блядь, что то, что я придумал, тут даже близко нету, блядь, этой машины. Я думаю, даже в Калининграде было такое. Да ладно. Ты этим не собрался удивлять? А что тебе еще можно удивить? Ну, вертолетом. Ай, Ромка, Ромка, ладно, что, погнали. Не веришь, да, до сих пор? Я бьюсь один в ринге. А чем же он меня собрался удивлять, а? Я всех разорву на части. Когда лев ранен, он очень опасен. Одновременно добрый и гордый. Я достойный враг, кстати, и в дружбе годный. Я дитя солнца, а не камень подводный. У меня нет гривы, но я лев. У меня нет гривы, но я лев. Но я лев. Но я лев. У меня нет гривы, но я лев. У меня нет гривы, но я лев. Да, Ром. Ты что, сразу на избу куда поедешь? Да, поехали сразу на избу, туда в лес, а потом до меня затопим сауну, наготовим крабов, делаем вкусный ужин, покушаем от души. Давай, давай. Я, кстати, очень интересную вещь еще расскажу, поведаю. Густой дым по ноздрям, а ночь мне освещает путеводная звезда. Я буду задыхаться от пыли грязных дорог, но никто и никогда не заставит забыть мой двор. Улица помнит меня, вечно забитый пацан. Под те деньгами не был богат, но мама одна. Где же найти себя в этих богом забытых дворах? Черная-белая полоса, во мне живет страх. Я видел номер твой закрытые глаза, с вечной памятью на мраморных плитах имена. А что нам и движет теперь? Легкие деньги портят хороших людей. Улица знает меня, здесь не последний пацан. Все, кто мне пели, пошел по колесо провода. Я завязал далеко. Алло, да, братишки? Алло, здорово, братан. Здорово. Чего ты где? Рому встретил с аэропорта. Вот на Мориск прокатились, катались, как я и говорил. Что там будешь? Не, мы сейчас хотим съездить до его избушки, прошлой, так скажем, которой он занимался. Чисто проведать ее, а потом туда к вам домой, как вот там, как Рустик. Нормально. Ты что такое без настроения, что случилось? Да Рустик там опять херню исполняет, ну нормально. Что опять натворил? Да ничего серьезного, братан. Все нормально, приезжай, скажу. А что без настроения тогда? Братан, без настроения. Понятно. Говорю, приедешь, короче, вот там, да, сейчас будете. Ну да, побудем там, господи, минут 20. Сейчас в Калининграде, пока доедем. И домой сразу. Сваргань там что-нибудь, ладно, на костре, чтобы мы с Ромой сразу покушали. Давай, давай. Давай, давай все, братишка, на связи. Давай. На связи. Улетает печаль под нотой сонные. Да мы тут все давно ума лишенные.
Вспоминай меня ночами лунными, ведь мы тут никому не нужные. Улетай, печаль, глаза бездонные, давит тоска, кусает душа покойника. Вспоминай меня, когда всю душу ты, ведь мы тут никому не нужные. Открываю огонь, обжигая ресницы. Открываю глаза по утрам, понимая, что мне уже 30. Ни на белом коне, ни принц, даже не в статусе рыцаря, но чё, дальше едем? Проедь первый, чтобы я там не собрал. Смотрю, не сильно глубоко. Давай. До среды грузанулся на трёхго. А значит, наш самолет, несмотря на погоду, готовится к взлету. Я верю, нам повезет, несмотря на плохую погоду. Погоду нас бережет, там все-таки кто-то и бережно чистит от позолоты. Мы порой тяжелы на подъем, со спиной реки неподъемны. Но мы падая снова встаем, но мы падая снова встаем. Под ногами железобетон. Так, опа. Нифига себе. Мы вот сейчас подъехали к повороту. И что я вижу? Куча машин. Человек сейчас в камуфляжных штанах залез в Ладу Гранту. Волга стоит, еще какая-то стоит. Машина. Рено, по-моему, да. Это что тут за приколюхи такие? Это интересно. Блядь, я губу сейчас свою оторву. Ладно, я пока тут машину брошу. Хера себе тут глубоко оказывается. Да, еще бы чуть-чуть, я бы губу оторвал. Просто. А что-то да, подзабыл я. Подзатерялся. Слышишь, а что это? Я сам в шоке. Что за тачки? Вот, чувак, пожалуйста, в камуфляжных штанах сейчас залез. У Гранту уехал. Ну, я думаю, не по нашу душу. Мы-то тут давно уже не обитали. Давай, иди сюда. На всякий случай, иди сюда. Сейчас знаешь, что сделаем? Все равно мы туда пойдем. Я икса вот так вот прям по наглому брошу. Опа, смотри. Протектор, да, такой? Внедорожный. Ага. Вот, кстати, свежие следы. Внедорожный протектор. Поехали. Пофиг, я прям так встану, ничего страшного. Началось, блядь, ну пас, блядь. Да это страйкбольный, держи. На, никогда не наводи оружие на человека. У меня вон тоже страйкбольный, видишь, ничего такого. С этими стволами просто. Не пневматика, на самом деле. Это нормально, безобидно. Ага. Погнали, погнали. Да? Ой, блядь, уже потерял нахуй. Не на ту кнопку нажал. Да не, ничего, нормально. Свои ребята, свои люди возвращаются. Родные берега, родные края. Лёд, смотри, по-моему. Ага. Ну, видно, что вот тут вот ехали, а не вот здесь вот. Может, зеваки какие-нибудь? Да зимой тут нехер, я понимаю, летом. Может, место, кто, знаешь, спалил, раскусил. Еще чего-нибудь. Погнали быстрее. Ну, блядь, следы ведут, слышишь, что, на дом. Какой дом? Избушку? На избушку. Пойдем, знаешь, что? Че? Предлагаю с другой стороны зайти. Там, где нет дороги, там тропинка есть к избе. Сейчас тут с другой зайдем. Ствол не потерял? Снимать какой ствол, блядь. Он, кстати, слово не работает. Спасибо, блядь. Ну и так, зато за этот напугать, приглушить, чё кого. У меня тоже сейчас не работает. Дрын взять, напугать. А так, может, взялся бы за старое, а? Всё-таки. А, вот, смотри, колеса уходят туда налево. Так нет, ну да, вот там дорога как раз проходит в этот... По которой я заезжал. А мы сюда, здесь останавливались, здесь да, еще? Да, да, да. Росик крыло тащил. Да, точно, погнали. Блин, интересно. Кто же откопал? Ну да, чуть точно. Ага. Кто же откопал этот самолет все-таки тогда? Росик только успел крыло, блин, забрать.
Ну, наверное, может быть, эти, кто тогда занимался раскопками. Все, хватай, хватай. Ой, отдали мы тогда карты Гошины. Помнишь, да, Ром? Да и хрен с этими картами, согласен? Сейчас другие движения, я другие тебе... возможности, криптовалюта, все дела, да? Я до сих пор угораю просто. Угораю, да. Тихо. Ты видишь, Нина? А? Там канава, давай в канаву, через канаву. Давай, за тобой. Смотрите, пацаны. А вот это вот вам ничего? Напоминает, вот они, внедорожные. Иди сюда, иди сюда. Я знаю, чей это гель. Ну, тот самый, который, да помнишь? Понял, да. Они теперь... Опа, нахуй. В натуре. Бинокль, смотри, чей мир. Да похуй, ты чё, живи, блядь, игрушка. Погнали, только аккуратно. Сейчас, если чё, повозаем. Да, конечно. Или пойдём назад, Ром. Блядь, пизду, можешь идти проблемы, нахуй. Ну вот если честно, если был бы я один, я бы капец как обосрался. Прямо отвечаю. Человек сидит возле костра, греется, я вижу его уже отсюда. Вот здесь прям вообще его хорошо видно. Ой, ребятушки, греется. В твоей избушке. Ну, я вот что думаю, может, знаешь, что сделаю?